Продолжаем. 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов пресечено в этом месяце на казахстанско-кыргызской границе, сообщает пресс-служба КНБ. Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллоном и различных хозяйственных емкостей. Все материалы переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер. Ну а в целом с начала года на этом участке сотрудниками департамента пограничной службы Пожамбылской области предотвращено 1205 случаев провоза ГСМ.